Приветствую вас на канале Пародея Чил. Это не мой канал, это канал с моими нарезками. Заранее поставьте на это видео лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые нарезки со стримов. Приятного просмотра. Вот это я краш. Ты не промчались. Забыл про этот голос вообще. Нет. Буквально 24 часа я так не разговаривал. И вот я вспомнил. Ой, часа 12 прошло. Думаешь? Ну, перед турниром прям последний раз ты сказал. Да? Перед, я вообще забыл. Перед заходом на арену. Видимо, на турнире силы у меня реально закончились. Опа. Одобряем. Отпускаем. Он пьяный. А, наверное. Придерживаем. Красотища. Какая. Ну, тут реально все по-европейски. Давайте подпишем петицию, чтобы он так не говорил. Опа. Вот нам такая штука нужна. Тут чат, тут культ велосипедов, тут все ездят на лясиках. А вот эта будка. Тут дед живет с бородой длинной и за маяком следит. Все. Смотрите, какие монеты здесь. Чекайте. Дрявые. Начихай мне монету. Мы сейчас в Копенгагене, а вон там типа отдельное, можно сказать, государство, отдельный город. И там, если чуть пройти, то там легалайз. А здесь уже не легалайз. То есть странно, да? Страна они... в городе. Отдельное государство. Не, не город внутри города, у которого свои законы. Вот так. Ты вот тут живешь, туда ходишь, пошабил и вернулся. Асу, асу. Это Копенгаген, там Жопенгаген. Понял, вот мы же очень много... Ты снял браслет? Как ты его снял? Чекайте. Просто. Идем в город. Не, еще интересный факт сегодня узнал. Тут можно пить воду из-под крана. Да. И нужно. Она тут вкусная. Да. Good evening. Понял, у них просто крючка какая-то. Накупили себе сэндвичи. Как просто школотрон. Они со школы, они школу прогуливают. Мы так же, да, это их подруга. Просто подружка сидит, управляет. Мы если мы дрифтить. Сядем, я за руль. Просто... Не, давай дождемся Влада Куэртова, он умеет лодками управлять. Там умеет управлять. Ну, блин, он профессиональный этот майор. Ну, атмосферненько тут реально. Да. Пустота на улицах завораживает. Ну, скажу так, наши девчонки все равно красивее. Так, подытожил? Да. Двери. Это так, как у этого шейха в Дубае. Тихо, не сбей людей. Здоровья. Вы мажор? Нет, я обычный парень. Челябинск. Подожди, голосование направо или налево идем? Смотрите, направо туда, налево туда. Ага, пацаны, и чё? И чё вы скажете своим девушкам, когда вы скажете, что вы выбрали налево? Переубедил. Ну, конечно. Может, оставим, как этот, Барел Орешка, 5 долларов оставляет, а мы 50 рублей. Несерьезно. 5 крон. Несерьезно. Вот это сесть, понял? Так. И там сидит чел, водитель. И экскурсию дает. Нет, как в Гарри Поттере. И оно просто ебает. Красивый город. Тут очень много тесел. В целом электричек. Ну да. Андрей, мы на бусике ездили, это электричек. Потом за нами Шкода приезжал, тоже электричек. Это тоже электричек, Тойот. Еще пиво тут любят. Пиво тут. Пиздец, как любят мы пиво. Мы у вас с ребятами в бане были. А говорит, пиво. Иду, замерз как тварь. Говорит, глинтвейн, где можно взять? Говорит, у нас только пиво. Просто в сидят аэропорту. На улице, холодрыга, они в шортах пиво глушат. В аэропорту мы когда прилетели, весь аэропорт в пиве. Мы плыли в пиве. Да. Честно говоря, я бы хотел на таком лясике покататься. Порылое слово, он велосипед или лясиками называет. Плюс чат, если лясик, называете лясиком. Минус. Чувак, это она. Это какая-то... А вот. Жрачка. А вот они, худоги. Вот, стоит шикарная будка, где чел по-любому делает самые вкусные в Копенгагене эти. Ну, пойдем. Худоги. А ты говоришь, о, какой один ресторан. Вот она, просто вот это берешь. И... Ну, наверное. Не наверное, а 1000%. Ну, давай. Я буду тоже. Самый ну, вкусный ладно. Шашлык знаешь, где я ел? Где? Мне какой-то дед приготовил на ветке его. На ветке? Просто он точит ветки вот так, и потом шашлыки на них барани делает. Экспресс. Какой экспресс? Экспресс. Если откроем кофейню, назовем его экспрессо. Я придумал название для своего шоколада. Ну-ка. Мистер Парадеевич. Воклад. Воклад? Шоколад Воклад. Почему Воклад? Ну, W типа как ше. Да. И получается, вроде она шоколад, а вроде и Воклад. Воклад? Шоколад, Воклад. Воклад, ссылка в описании. Данила на похудение ее же уже. Я не буду. Уже. Кровь сделал замечание. Я не буду есть. Давай, давай. Не буду. Если не попробуешь датский худог в Дании, ты лох. С
цветочный. Сиськастый. Данила, надо, ешь для нас. Можно, можно. Хорошо. Сань, бери два тогда. Стоп, стоп, досмотри до конца. LOL Steam Market — это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нем информацию. Сделка пройдет гарантированно честно. А если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. Сосич. Он тебя откуда знает, Сосич? Саныч. Интересное замечание, у них булочка очень маленькая. То есть они делают акцент на мясе, нежели на тесте. Let's go все. All of them. All of them. Какой я сам, что пусть не сделаешь, как чуть-чуть каждого, по чуть-чуть. И чуть-чуть сверху каждого. По чуть-чуть. Хот-дог. Хот-дог? По их рецепту. Смотри, вон она. Всего по чуть-чуть. В их крышка. Просто. Смотри, булочка очень маленькая. Хочу сделать замечание. Хорошо. Да, я еще говорю, акцент на мясе, а не на булке. Горячо, это было все. Пошли. Пока сосиски ставлю. Дизлайк. Вот я добрался уже. Догрыз сосиску до того момента, когда будет самый вкусный укус. Самый первый вкусный укус. То есть мы, получается, сейчас захватим часть булки так. И часть соусов. То есть не чрезмерное количество соусов, а часть. Так. Также мы захватим чуть-чуть прихрушки, угу. Вот этой сверху, и лука. Сейчас даже чуть-чуть лука сюда добавлю. И вот самый первый укус, он как раз-таки оценивающий, угу. Насколько здесь вкусно. У меня очень вкусно. Мои пюре с котлеты вкуснее. Нет, тут блинчики делают. Оценка европейских блинов. Горил блин. Горил блин, добрался до Дании. Для того, чтобы выкрасить европейский рецепт. Растерка выглядит профессионально. У него есть профессиональная приспособа, у меня такой нет. То есть он смазал для сцепления. Опа, тесто какое-то непонятное. Очень непонятное тесто, какой-то консистенции с черными точками. Черные точки непонятные, что это. А что это? Мука какая-то непроцеженная. У них тесто очень сахарное, видимо. С корицей. Чувствуешь? Блин, блин, с корицей это... Я не думал об этом. Так-то охуенно. Блядь, красивый. Если ему надо еще раз сверху маслом пройтись, если он еще раз сверху маслом не придется, он может быть суховатый. Если не придется, то это вообще забей. Не придется. Ну это п***ок сразу. Ярика не хватает. Сейчас бы он киселя тут намешал. Вот уверен, если даже две точки друг напротив друга поставить здесь, у нас ебанутая очередь была бы, у них вот просто перекати поле вот так катило. Как и сейчас в основном. Ну, вот. Мы единственные. Смотри на того. Пожалеет или нет? Нет, добротно намазал. Больше и не надо. Надо. Горил бы он больше делал. Не первый день на работе. Вытри рот. С мылом? Ну что, говори, не молчи. Мне именно вкус блина хочется понять. Да, вот мне тоже. Это мне то, мне единственное, что мне хочется попробовать, это вкус блина. Запах. Коричневый. Коричневый. М? Как я говорил, сухая хуйня. Суховат. Сухая хуйня, как я говорил. Но попробую. Было сразу предвещено мастером блинного дела. То, что не, вот попробую. Блины сухие. Ну, блядь, с начинкой, конечно, хуйня будет. Но в этом суть. Ну, блядь. А так еще, а так смотри. Сыр рыба получилось. Нихуя. Не понимаешь, нихуя лучше. Поставьте меня сюда, и урочка будет. Я месячную урочку за вечер сделаю. Охуеют. Отбиваться от клиентов. Какие блины, они еще не пробовали. Заебусь, Ярика придется визу оформлять, чтобы приехал, помогал. Разносил всем. У него собственно было разносить только. Он не готовил. Вот у нас дрил авиация. Hello. Are you going to the major? Yeah. Yeah, okay, can we interview you? Let's go. So who are you rooting for in the major? Huh? Repeat, please. Who are you rooting for in the major? Wait, translator inside my phone. Ребят, переведите, пожалуйста. А, who is winning? Yeah, yeah. Face clan. Face clan? Vitality. Vitality. Okay. Yeah. It's Vitality, but... both are bangers. Both are bangers. I think Vitality. Yeah, okay. Okay, that's the streamer rank. I'm Dota 2 player. Dota 2 player. Best player in the major. Yeah, я могу перевести, если можно. Да не, не нормально, здорово. Does he know you? Okay. I can be translator. Hello, hello. Не, мы справимся. У вас рейтинг сколько? Первый левел фейсинг. First level of фейсинг. CS2 bullshit. CS2 bullshit. Dota 2. The best of the best game on the world. Dota 2. IQ. That's controversial. CS.
Dota 2 better? Reaction. Dota 2 better? Dota 2 better. No way. That's controversial. Is Dota 2 better? PUBG better. PUBG better? PUBG better? What the fuck? Okay, guys. Going, я был в Норвегии. Как ему сказать, я был в Норвегии? He like Norvegia. You know it already? Yes. Alta. Alta, Tromsø. Alta, Tromsø, nice. Tromsø and Kirkenes. Kirkenes. You've been to Northern Norway? Yeah. Nice. Do you live in Northern Russia? Or near to... He's living in Murmansk. Murmansk, yeah. That's Murmansk. The... Yeah, yeah. It's neighbor. Nice. Murmansk, best of the best. Okay. Huh? You don't want to say 10? No. Okay, nice. You? Что? Я не знаю. Что он сказал? Насколько вы токсичны, типа вы? Я с транслятором. О, 10 out of 10. 10 out of 10. Паша Байсов. Паша Байсов. Паша Байсов. Turn the like button and subscribe. Comment, please, колокол, бам. Okay, thank you, guys. Nice to meet you. We'll see you in the match. Спасибо за детство. Подписывайтесь. Тут какая-то вечеринка будет. С 3 по 5, что ли? Или 2, 3, 4, 5. Пиздец, фестиваль. Ты откуда это знаешь? Увидел баннер. Ага. Ты уже записался, билет купил. Мы вчера. Не, мы улетаем. Там, короче, что-то. Ты так грустно сказал. Какой-то фестиваль будет. Будут знать, может. Может, идем посмотрим, цены покажем. Цены? Давай. Ну вот, условно, Берн. Берн стоит 25 крон. 1 крона 13 рублей. Пятихатка? Красный бык? Большой. О, большой. 0.25, 0.35, 25. Ну много, да, и чё? Пизда. Да, пизда. А монстр? 300 рублей. Монстр тоже 23 крон. Ну, да. Например. Например, что? Так, например, вот пачка майонеза такого, сколько стоит? 70 крон. 935 рублей. Вот, сладкая вода. Бутылка колы. Коки. 12 крон. Ты шо? Слушай. Кстати, пи***ц дешевле, чем у нас. Вот это просто вода с сахаром по ощущениям. Я вчера пил. Вот, например, мороженка. Огромная пачка сникерс. Не, ну это большое. 900 рублей. Ну, добро. Хлеб. Арбука хлеба. Не-не-не, ну это не самый дешевый хлеб. Это ихний. Это их. 400 рублей. А где? Плавидлыч. А, вот. Потерял. Вот, куриная грудка, например. Нет, куреха одна. Вот. 72. 35. Вот, курка одна. Так, полную курицу кто покупает? Одна курка. Полную курицу никто не покупает. Посмотри, вот грудка. 46 гривен. По 46 крон. 46 крон грудки две. 350 грамм фарша. 350 американских долларов. 55. Нет, 55. 735. Фарш. 735 рублей, 350 грамм. У него эти чего? Фары слепят. А зачем они такие? Просто люстра, он дома, скорее всего. Опа. Опа. А это создатель, который все качалки обеспечивает этими тренажерами. У меня вся качалка в техно-джим. Тебе круто выглядит. Прошелся бы на ям. Фулл поп. Эротик вол. Ага, ты говорил, секс-фестиваль. Ну, мировая эротика. Кушки 4-5-6 апреля. Мы в эти дни не советую, ребят, выходить на улицы Копенгагена. Содрут все штаны, выдрут в жопу. А что за магаз? А, у нас такие есть возле офиса бустеры. Вон там Асикс и Соломона. Это кайфовый магаз. Ой, Квинди Чи. Но тоже закрыто все из-за праздника этого. А что, мы вообще никуда, получается, ни в один магазин не сможем даже зайти? А у меня рука испачкана, липкая. Боже, по-моему, это чистая вода. Для детства такое. Да нет, сейчас не страстная пятница, у них... Пасха, короче, у них. Яйца красят и бьют. Блин, наверное, в этом. В парке самый датский хот-дог в мире. Да вообще что-то не привлекают они меня. Я попробовал. Переоценен. Вот у нас. На заправках. Схожесть есть, но здесь вкуснее. Ну, круто, они булочку маленькую делают. То есть нет вот этой. У нас булка превышает мясо. Этим мне нравится французский хот-дог. Да. Тоненькая булочка поверх сосиски, вот самое то. И здесь схоже. Тут вот какой кафе есть. Кофе. Тебе такие балконы. А как? Вот так. На него же даже выйти нельзя. Вон турники. Посреди города, респект. Да. Ой, как парк выглядит. Надо кофе туда взять. Без кофе это не вариант какой. Ага, там запрет с кофе. Ага. А что у них на барбершопе Дзюба и этот Смолов? Легенды. И почему из нормальной прически вот эту хуйню сделали? Как красиво он выглядит.
Какой крендель. Че? Прямо морду скорчил. Шаверма? Yes. Народу нет, значит невкусно. У меня рука очень замерзла. Ну нет, я подержу. Сколько градусов здесь? Плюс 8, мне кажется. 8. О, видишь, как в первый раз. Слушай, ну нет кофе нигде. Coffee Factory. Let's go in. Запах кофе. Фоми капучино биг. Ну, в смысле хлеб, просто. Нам в садике выносили вот так. Да, да, да. Вам тоже горячую воду летом выносили? Нет. Кипяченый выносили? Нам зимой в Мурманске давали сосульки, потому что вода замерзала, и мы отсасывали лед. Нет, серьезно. Я не верю. На обед у нас снег будет. А что интересно, я заметил то, что ты везде оплачиваешь после того, как на руки получаешь. Я сейчас оплатил. Ладно. Напишите, распространите то, что Саня спился. Приехал в Копенгаген и вот кофешка. По усам текло, в рот не попало. Но водка все равно полезна от микробов. Воду из-под крана пить можно, я в шоке. Знаешь, что мне не нравится в России? Грязь. Из-за того, что у нас не умеют правильно дороги делать, вот так. У нас очень грязные дороги, очень грязно из-за этого все. Это менталитет, Саныч. Да я когда на березы смотрю, у меня глаз радуется. Я говорю про город. Когда на баню с веником я прикасаюсь, у меня душа поет. Я тебе про городскую жизнь. А здесь что? Каменные джунгли. Все ровно, красиво. Thanks. Вообще у меня маленький, у тебя большой. Пойдем. Типа ты здоровый. Что же нас ждет в зеленом парке? Какие приключения? Что же нам Данон посоветовал там? Вот эту машину. И в Литвин Энерджи, да? Да. Фух. Знаешь, где мы? Питер Гофи. По газонам тут можно у них в стране ходить? Не думаю. В Америке? В Америке. Это нужно. Там типа газон делают для того, чтобы ты гулял с собакой, играл. Ненавижу, когда передо мной медленно идут. Чтобы ты играл там с собакой, бегал, играл в фрисби, сидел, пикник устраивал. Ставь лайк, если ты идешь по магазину в GTA 5 RP, и перед тобой идет очень медленно человек, и ты бы его в ЗЗ как уебал, чтобы побыстрее он пиздец. Оголенная девушка, статуя. Ого, не снимай. За шарика забанят голову. Ты как деревья подпилены красиво. Видишь, это как моя челка, понял сейчас? Тир три страны, которые ты хотел бы посетить, которые ты не посещал. Южная Норвегия. Ну, если описание дашь для понимания, что ты там делал. Язык тролля загуглите. Просто напишите язык тролля Норвегия. Я знаю, да, такую тему. Все, вот этого мне достаточно, чтобы туда съездить. Мне горы очень нравятся, люблю. Япония, наверное. Бля, дай подумать. Нормально ты мне этот... Щелкните его, скиньте ему в ТГ. Я сейчас мысленно по странам летаю, как Человек-паук, вот так, как Супермен над ним, и сверху смотрю. Ты только задачу, я не знаю, третью страну. Ну, поэт, ну стоит. До конца стрима ни одного мата не говорю, я вспомнил замечание одно. Моей мамы? Да. Мама написала, Данила матершинник, попроси его, чтобы меньше матерился. Извините, мама. В какой стране снимался «Властелин колец», я забыл. В Новой Зеландии. Ну вот знаешь, вот типа то, что ты сказал... Мне все, мне только природа интересна, мне неинтересно вот... Просто... Вот что-то величественное, что вот сама планета, что создалось... Я понял, о чем ты. Мне неинтересно, что люди сделали, мне интересно, что вот природа. Я понял. Все, дай на один их поставлю. Подожди, как девчонки стоят? Не-не, развернись, разворот сделай. Да. Это чтоб как будто, развернуться, как будто так? Ты худой, смотри. Вот так стоит. А, да. Чтобы бедро не прижималось к другому бедру, тем самым не создавало эффект Манделы вот этот. Ну, либо вот так, давай. Да это уж совсем... Как фоткнуть? Это по***й совсем. Ебо деревья красивые. Был бы я белкой, просто не слазил бы с них. Ну, я бы, скорее всего, вот на том жил, как будто он такой многокомнатный. Ой, блин. Ничего себе. Нужно тебе какое-то наказание за мат просто. Давай. Ты каждый раз вспоминал. За мат извини. Ну да, предупредительный. Первый колосой. Желтая карточка. Я знаю, как тебя точно замотивирует. Один мат, один удар с кулака по носу. Один мат равно одна оливка. Подливка. Нет. Кто, оливку бы съел сейчас? Да. Фа. Ой. По руке. Ну это от души прям. Из Кукушка, сколько горилл еще осталось лет жить? Посмотри на нее, вот она сидит. Это голубь. Кукушка. Это голубь толстый вот такой. Погоди, лабиринт. Пушкин.
Александр. А кислился, братан. Не кисни. Христиан Андерсон, ты прав. Ну, 70 лет брат прожил. Неплохо. У меня были книги его. А, он футбол играет. Так вот, футбич. А, маленькая полянка внутри. Ой. А, там малые. Гадерный. Нормально он будет. Нормально. Илюхины яйца. Одно яйцо. Вот прикиньте, вот какая у Илюхи сложная жизнь, вот такое, что нахнесите. Весь. О, смотри, вот это хайч вылился. Нет, нет, как это ты? Просто яйцами вот. Был мата от гориллы. Пойдем туда. Ставьте лайки, пишите комментарии, подпишитесь на канал. Ну и сделайте все вот эти ютуберские штуки за то, что, ну, парни стараются, делают видосы для вас, для нас, для всех.